Всем доброго времени суток, я мистер ILS-191, и это 12-я серия видеопрохождений Empire Total War за Голландию. В прошлой серии мы вели активные боевые действия против Австрии, взяли Берлин вместе с Ганноверской армией и вернули его под власть прусской короны, освободили Саксонию, захватив Дрезден, и также отдали ее Фридриху I, смели вюртембургские войска центральной и южной армиями, уничтожили Вюртемберг, а его территорию разделили вместе с Ганновером. Штутгарт я отдал ганноверцам, а Страсбург оставил себе. Также потопили австрийскую эскадру в Средиземном море, осадили Венецию и тем самым вывели Венету из войны, принудив подписать с нами мирный договор. Также заключили союз с османами, уничтожили восстание под Страсбургом у нас было, и под конец серии мы осадили Вену. Итак, Вена у нас в осаде. Ну, не такая уж прям тут и крупная армия, поэтому продолжаем осаду. Я думаю, мы сумеем отбить. Этой армии мы будем идти на Прагу. И далее давить Австрию. Что у нас касается Австрии? Да, она уже... Ну, у нее еще держится. В принципе, у нее такая достаточно сильная еще армия содержится. Флот мы по-прежнему держим в осаде австрийский порт. Ну, а так, в принципе, основные действия-то все сделаны. Завершаем ход. Смотрим, что предпримут австрийцы. Скорее всего, они нападут на меня под Веной. Попытаются отбить мои войска. Так, естественно, они нападают. Ну, давайте. Их больше. Их намного больше. У них есть мортиры. Ну, так, в основном гарнизонное ополчение. Венгерская линейная пехота. Давайте проведем этот бой. Мы еще воюем и зимой вдобавок. Так, мы в обороне. Как себя поступит? Тут прям такой холм ужасный. Скорее всего, они всегда идут вот с этого вот фланга. Тут прям это у них... Я даже не знаю, как расставить мои... мою артиллерию. Ну, давайте гаубицы так-так где-нибудь вот здесь вот. У них мортиры, и это плохо. У них мортиры, и это плохо. Это значит, что они будут по мне фигачить своими мортирами. Своими мортирами. Расставляем войска. Так, кавалерию основную давайте сюда. Это гусары, драгуны, конный полк, еще гусары, еще конный полк. Ну и хватит. Остальные здесь. Это у нас кирасиры. Давайте кирасир на этот фланг всех. Не так уж их много, 60 человек. Покоцаны мне войска. Еще кирасиры. Так, их тоже сюда. Тоже на этот фланг. Здесь конный полк сюда. Такими малыми группировками. Конный полк давайте где-нибудь вот здесь вот. Ну и расставим пехоту. Так, у нас гренадеры есть? Нет. У нас нет, есть гренадеры. Давайте их сюда. Гренадеры. Их сюда. Так, ну или так, вальдекскую пехоту сюда. Растягиваем как можно... Так, сюда вальдехская пехота.
Ну и остальную линейную пехоту расставляем, как обычно, по три. Так, это у нас кто? Это у нас вообще ополченцы. Давайте они будут за манухой. Где-нибудь вот здесь. Кавалерия они заманят. А у нас еще есть батарея пушек. Все, я понял. У меня не настроен интерфейс. Когда я вел морские бои, я делал интерфейс полный. А сейчас мне надо уменьшенный, чтобы... Да, у меня убрались все войска. Чтобы у меня убрались все войска. Ну, отлично, у нас еще появляется еще дополнительная артиллерия. Это гаубицы и 12-фунтовые орудия. 12-фунтовые орудия. Ну, сюда вот их поставим. Да, так будет, думаю, нормально. Пехоту расставляем. Что-то не получается у меня по три четко расставить. Так, три, три. А здесь две. Здесь две. У всех разная численность, всех полков, поэтому приходится по одному. Ну и сюда пехоту. Так, три мы поставим. Этого мы поставим в каре. Этого отведем сюда, на вторую линию. Это пока... Пока-пока, я даже не знаю куда. Давайте сюда. И еще у нас надо еще один под каре сюда. Я, да, у них была кавалерия, это я видел. Тоже новобранцы. Ну, давайте они будут за манухой. Сразу второй ряд. В две давайте. Отключим ему стрельбу без приказа. Здесь тоже пока отключим стрельбу без приказа. Что-то я как-то расставил. Не пойми как, да? Здесь почему-то у меня тут даже не три, не две. Не пойми как. Ладно, потом все равно мы будем их двигать. Конный полк, ты давай тут как резервник поможешь, если что. Вот это вот орудие, чувствую, далеко стоят. Ближе надо, это у нас гаубицы. А, тоже давайте им всем, все артиллерии отменим стрельбу без приказа, а то они сейчас начнут... Не пойми куда, не пойми, что делать. У нас всего две, да? Раз. А, три. 12-фунтовая артиллерия. 12-фунтовая артиллерия. 12-фунтовая. А, гаубичная. Все, тогда у нас только два. Две батареи простых орудий. Объединяем их. Три батареи гаубиц. Их тоже объединяем. Отдельно. Ну, начинаем бой. Да, как всегда, они идут с этого, с этого фланга. Давайте орудиями сюда. Попробуем ополчение. Нифига себе, они там. Так, да, пускай они пока тратятся на ополчение. Я думаю, что сейчас кавалерии легкой. Да, у нас конный полк есть. Уничтожу быстренько их орудие, пока тут ихняя пехота что-то кочевряжется. Что у нас здесь? Граничный полк пикинеров, гарнизонное ополчение. Ой, лакинеры, не пикинеры. Ликанер. Мы их уничтожим гусарами. Хотя нет. Ну да, мы сейчас фланг ударим гусарами. Не напрямую, не на штыки мы пойдем. Вот конный полк можно прям напрямую построить их в клин. Что у нас на этом фланге? Здесь должна уничтожиться. Да, она так делается.
Гаубицы давайте уже сюда. Сар. Обстреливайте. Это артиллерия не одна. Одна у человека убила. Так, кавалерия назад. Назад. Кавалерия назад. Тут у нас конный полк дерется. Так, а гусар мы... Гарнизонное ополчение. Кто побеждает? Конный полк побеждает. Папашка. Курутский гусар, а что ты это... Не очень. Это ихние. Так, еще ихние гусары. Албанское ополчение. Что-то никак они не имеют замануху в виде у нас новобранцев, стоящих здесь. Так, куда я гусар дался? Они, наверное, в лесу. Они, наверное, в лес убежали. Давайте уже действовать кавалерией. Как-то, хоть как-то. Вот сюда. А вообще-то давайте-ка мы уничтожим. Надеюсь, наша кавалерия успеет уничтожить их кавалерию до прихода их пехоты. Так, здесь победа вроде как, бегут гарнизонное ополчение. Эх, я пропустил момент. Так, выходят основные войска из форта. Давайте-ка мы 12-фунтовые пушечки под картечь и стоп. Под картечь и стоп. Кавалерия наша. В тыл. Что, бегут, не бегут. Конный полк один единственный. Ага, он попал под обстрел пехоты. Жесть. Он, думаю, сюда подводить эту кавалерию. Или сохранить ее, она еще мне пригодится. Что тут у них? Провинциальной кавалерии. Атакуем. Это, видимо, идет подкрепление. Что-то я пропустил в центре. А, нет, еще ничего не пропустил. Еще ничего не все потеряно. Давайте подведем ближе. Наш гренадер. И откроем огонь по ихним гусарам. По их гусарам. Так, иди. Вперед, пока они заняты боем. Они на тебя вообще внимания не обращают. Гранаты. И огонь из мушкета. Пускай мы попадем по своим, но... заставили бежать их.
Что у меня тут два отряда кавалерии? Нерегулярные войска, албанское ополчение. Я думаю, кирасиры мы... Нерегулярные войска. Как понять, нерегулярные войска? Что-то, что-то типа ополченцев, что ли? Ну, на албанское ополчение, а этих кирасир сюда, я думаю, они справятся без проблем. Гранатами мы заставили бежать гусар австрийских, поэтому обратно. Давай обратно, молодцы. Тут кто у нас? Что у нас здесь? Линейная пехота. Линейная пехота. Здесь линейная пехота. Артиллерия. Давай огонь. Линейная пехота. Провинциальное ополчение. Провинциальное ополчение. Мы встретим линейной пехотой. Уберем каре. Тут кавалерии нет. Нам ничто не грозит. Как бы тут нам сейчас построиться? Блин. С паузы не отснется. Три, да? Да, в три. Бегом. Ну, а вы стойте уже, вы стойте. Где-то у них артиллерия, не вижу где, не пойму. Давайте ядрами по линейной пехоте. И гаубиц тоже сюда. Сразу возвращаюсь, у нас тут... Перезаряжается, да, пока не перезаряжается. Бегом. Не подведите меня. Огонь. Ах, блин, не успели первым стрелять. Ну, не будет стрелять, нет? Жесть, они еще перезаряжаются, два человека всего. Клюнул кто-то, клюнул, поэтому отступаем. Линейная пехота. Линейная пехота. Жесть. Ну, у меня здесь где-то кавалерия была. Ага, вот она. В атаку. В атаку. Где-то у них артиллерия, не пойму где. Не пойму где. Поп. Отлично, успели. Второй ряд. Успели, успели. Вы без приказа, картечь у вас.
сразу подключим. Купаем пока здесь на этом фланге. Но вас мы сейчас выставим вперед. Так, здесь кавалерия прижала. Ну и подвожу я сюда уже свою основную кавалерию. Уже думаю, пора. Бегут. Не заставили их бежать. С этого фланга, с того как-то вот они вернулись. Раз вы вернулись, тогда мы пойдем. Марш. Сейчас наша кавалерия вам даст память вашей же собственной крови. Атаку. Кавалеристы, бравые сердца. Так. Стоп, огонь. Там наша конница. А вы стреляете. Самое главное вовремя ударить кавалерией. Это самое важное здесь. Везде. А, вон где у них пушки-то. Все, нет, гарнизон ополченец. А, нет, все у них внутри форта. Ясно, значит, надо форт разбивать. Ну, давайте разбивать. Попробуем. Разбить их не форт, их форт. Так. Здесь вот сделаем дырочку. Оп. Оп. Давайте дырявьте это сооружение. Что здесь? Ополчение. Ополчение здесь никак не справится. Кирасиры. Линейные пехоты. Ну, мы сейчас подсобим. Мы им сейчас подсадим. Специально кавалерия, кавалерия на кавалерию. Давайте что-то вычем этот отряд. А вас мы куда? Да никуда, в принципе. Стойте здесь. Жало, по-моему, нет, здесь вот у нас линейная пехота. Выходим из леса. Молодцы, кирасиры, можете отдыхать, все. Ну, добивайте, вообще, вдруг они еще могут вернуться. Тут тоже все прекрасно, все замечательно. Оп, они орудие вывели, сейчас мы кавалерию ударим, по их орудиям. Бежали, вот тут вот, кавалерия, не то что пехота. Дашь приказ, ж полдня будут думать. Стоят, стоят, еще стоят.
Кого ждут? Был дан приказ, они еще что-то... Вот и все. Ну, вот и все. Не удалась их не их атака. Наши войска подвели. Тьма кавалерии — это просто жесть. Никто не выстоит. Кто тут? Ага. Ех ты, вон у них подкрепление-то где идет. Да, у них дополнительные же армии. Точно. Совсем я забыл. Совсем я забыл. Тогда гусары. Сюда. Пойдем вот с этой стороны. Вы кто? Вы кирасиры. Вы кирасиры тогда сюда. Беда. Беда. Но мне надо все равно сделать дырку. Так, здесь атака кавалерии на кавалерии. Так, пехота пускай у нас стоит. Как стояла, так стоит. Это кто у нас? Швейцарская пехота. Иди сюда. Вы сюда. Мы все-таки их встретим. Никуда они от нас не денутся. Пехотинцы, перегруппировываемся немножко. Вот так вот. Они идут слева. Они идут слева, генерал. Ну, сюда тоже налево. Убираем кавалерию, там пехота. К нам в тыл. Кавалерия свое дело сделал. Хотя нет, давай-ка ты еще побегай. Вы, наверное, там все непоколебимы, очень устали, но еще не изнуренные. Пушки их уничтожить. Пушки, пушки. Уничтожить их пушки. Так, сделали тут дырку. Молодцы. Вы, кавалеристы, давайте сюда. Я вам не даю специально бегом, а простым шагом, чтобы вы отдыхали немножко. Выделяем наши гаубицы. Огонь. По пехоте. Стрельба без приказа, стрельба без приказа. Вас тоже надо ближе уже подвести. Ну как ближе, чтобы вы не попали под картечь нашей же артиллерии, если что. Если что. Ой-ой-ой-ой-ой, я что-то пропустил, да. Я потерял свою конницу. Совсем про нее забыл. Не успел я отбить у них орудия. Ну ничего, у нас... И тут я чуть было не... А, нет, тут все нормально. Тут все нормально. Тут обходим, обходим. У них тут провинциальная кавалерия, артиллерия. Пехота у них идет на нас. Пускай идет. Вы картечь. Вы картечь. Гаубица. По ним. А который картечь. Так им, я думаю. И стоп. И стоп. Вы картечи, стоп. Уже можно открыть
его без приказа. Зарядились там. Косим их пехоту. Ну, давайте-ка ядра и сюда. Стоп, ждать. Стоп, ждать. Когда они идут, прям все на мой центр. Не видят, что ли, что тут их пехота ждет? Давайте так. Стрельба без приказа. Вы ядра. Ядра сюда. Так, а вы картечь, да? Ух ты. Прямо с тобой играли. Опять забыл про кавалерию в тылу. Гусары. Артиллерию. Кирасиры. Кавалерию. Думаю, да. Осталось отбить вот эти вот пехотные их полки. Ой, артиллерия косит потихоньку, косит. Куда-то они фланговый какой-то маневр, видимо, предпринимают. Там идет их кавалерия, поэтому давайте-ка здесь картечь и стоп. И вы стоп. И вы стоп. И вы стоп. Встретим их кавалерию. Ага, они в каре встали. Дураки. Так, пошли они на меня. Так, там их кавалерия. Отступаем. Отступаем под прикрытие каре. И у нас здесь тоже есть конный полк. Так что вы не думайте. Господи, давайте уже ядра и огонь. Ядра и огонь. А вы вперед. Возвращается. Вот, возвращается. Мы вас сейчас встретим. Здесь каре. Здесь на что наша кавалерия все сделала, все прекрасно, да?
Все прекрасно, наша кавалерия все сделала как надо. Ну, пускай идет потихоньку сюда. Бегут австрийцы. Здесь бегут, отлично. Раз бегут, пускай бегут. Стоп, стоп, по своим попадете. Ну, сейчас уже точно побегут, мне кажется, паникуют, жесть. Не надо вам паниковать, у вас вон уже две лычки опыта, а вы как, я не знаю, новобранцы деретесь. Кавалерия подходит. Где у меня тут гусар-то? Кирасиры. Кирасиры. Гусары. Вас бы в дырку там, потому что их артиллерия. Херачит. И давайте уже. Штыковую. Вот у них как стреляют, прям не переставая. Я сейчас их как зажмут. А, они бегут, трусы. Ну что, осталось у них только артиллерия в форту. И все. Все, канату. Просто мясорубка. Тут мясорубка. Можно уже даже поставить ускоренный режим. 'Перемотать.' Ну все. Победа. Враг разбит. Сейчас посмотрим, какие потери. Они просто ужасающие. Я даже не знаю, продолжать ли мне осаду. Или снять ее, потому что если подойдет подкрепление откуда-нибудь из Венгрии у австрийцев, мне будет очень-очень-очень плохо. Ну, потери, конечно, колоссальные. Потери колоссальные, но все равно победа. Адмирал у нас умер, вы видели, да? Поляки осадили Берлин. У нас здесь есть армия, мы сейчас придем на помощь. Давайте разберемся с Веной. Сможем ли мы взять ее в осаду? Ой, штурмом, автобоем. Сохраняемся. Под завершение нашей 12-й серии. Попробуем. Противник не сдается капитуляцией. Да, автобой победа. Прекрасно. Австрия у нас захвачена. Нам нужна передышка. В принципе, нам передышки-то особо и не нужно. Мы идем на подмогу. Ой, тут еще и Ганновер. Ну все, хана. Автобой, победа. Помогли мы еще раз Берлину. Отвоевали Австрию. У Австрии же
И давайте попросим у нее мир. Нам нужен с ней пока мир для передышки. Давайте починим, 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 починим. Пополнение армии. Сколько? 18 тысяч. С ума сойти. Давайте таких опытных, артиллерию, кавалерию в первую очередь. Пополнение. Так. Все, на остальных денег нет. Давайте сделаем дипломатические переговоры. Нет. Времени уже достаточно много прошло. Завершаем нашу 12-ю серию. Такой битвой за Вену. Помогли еще раз Берлину. Больше, в принципе, мы ничего в этой серии не сделали. Да, завершаем 12-ю серию. Всем спасибо за просмотры. Всем удачи. Пока.